Метро Голдер и Витек Бразерс представляют. От создателей ВТ-1104 и ВТ-1120. Роли озвучивали Александр Иванович, Сергей Владимирович, при участии Александра Васильевича и Елены Ивановны, а также Валентин Георгиевич, приглашенная звезда Андрей Васильевич. В фильме «Витек. 10 лет – это только начало». Вот, друзья мои, это маленькая, но очень интересная история. Это случилось в день рождения компании, в ее 10-летний юбилей. Все готовились к корпоративу. Открывали, красились, стругали-шинковали, заучивали тосты. Словом, готовились к празднованию юбилея. Да, слушаю. Андрей Васильевич, ждем вас. У нас уже все готово. Окей, иду. Ну вот, ушли вроде. Теперь и мы можем отметить. Эй, дружище, подсвети-ка. Утюг, старина, рад видеть. Ну что, старый друг, как здоровится-то? Отлично, как со сборки. О, вспомнил тоже. 10 лет прошло. А для меня как вчера. Рассказал бы, как все начиналось. Юбилей все-таки. Что ж, это можно. Шел 2000 год, страшное время. Было только два вида техники. Дорогущие и богатые устройства были не по карману. Жуть. Ну и совсем дешевые, некачественные, которые быстро ломались. И тогда появились мы. Спросите, почему Витек? А я отвечу. Но это же ребенку ясно. От латинского вита, жизнь. Ну и техно, технологии. Да уж, Америку открыл. Сейчас это все знают. 2001 год, первый год на рынке. Ассортимент продукции всего 73 наименования. Объем продаж уже 17 миллионов долларов. Вот, и так я был первым. Тогда еще молодой, но сразу популярный. В рекламном ролике снимался. Чайник с внутренней подсветкой работает так красиво, что невозможно оторваться. Вот почему вы выбираете Витек. Витек. Техника для жизни. Потом слава, поклонницы, любовницы, народная любовь, ну и все такое. Поклонницы? Да! Хе-хей. Возьмут в руки, погладят, аж пар идет. Я стал самым массовым и популярным товаром Витек. 2004 год. Витек запускает первый спонсорский проект. Техника Витек появляется в сериалах. Наш друг Чайник снялся в сериале «Саша и Маша». Да, были времена. Ладно, не так давно это и было-то. Что потом началось? Техническая революция. Мы наступали по всем фронтам. Ех! За свою историю бренд Витек завоевал 6 премий «Эффи Бренд Года». Мой старший брат... Первый на европейском рынке со встроенным парогенератором. Перехожу на ручное управление. Выхожу на посадку. Витек Evolution. Новый утюг со встроенным парогенератором. В отличие от обычного парового утюга, обеспечивает непрерывный поток пара.
Отключение автоматическое. Витек. Техника для жизни. Запустили программу «Будь уверен». Будь уверен, с техникой Витек мы преодолеем всякие невзгоды. Эгегей! Витек. И чистый дом, и свежий воздух. Витек. Будь уверен. Витек. Про Витек я и сама могу рассказать. Давно пользуюсь. Все, горячий чай, немедленно. Чайник Витек со встроенным фильтром от мирового лидера. Раз, и вода очищена. Два, и готов чай. Витек, и чистая вода, и вкусный чай. Витек, будь уверен. Всю страну мы на коньки поставили. Стали сотрудничать с фигуристом Ильей Авербухом. Витек, техника наших побед. Это первая компания, которая связала свой продукт с фигурным катанием и стала спонсором многочисленных ледовых шоу и ледовых проектов. И по всей стране появились катки по имени Витек. Ох! 2003 год. Была создана широкая сеть дистрибуции, и техника Витек завоевала сердца сотен тысяч потребителей, которые полюбили нас за качественную и доступную технику. 2004 год. Для съемок эпизода в фильме «Ультиматум Борна» была выбрана техника Витек. Ух, какой! Вот разошелся ты. А вообще молодец. Ну и тебе здравствуй, фен-щетка. 2006 год. Витек – спонсор трансляции «Формулы-1». Ни одно мировое событие не обходится без Витек. У меня записаны все победы в автогонках, начиная с самых первых. За великими победами всегда стоит техника. Витек – техника наших побед. Браво, маэстро! О-о-о! 2007 год. Витек стал брендом номер один по вентиляторам. Вентиляторы Витек. Летнее спасение в салонах бытовой техники «Сеть Электро». Всю страну от жары спасали. Только вот добавить хотела. Мы же еще ребрендинг сделали. Наш логотип стал более современным. Стильненький такой, очень привлекательный. Так бы расцеловала. А можно я? Можно я скажу? Ну скажи, золотой ты мой. Вы такая красавица сегодня. Ну прям-таки леди ин ред. Оу. Так о чем это я? Ах, да! Мы решили, что техника должна быть не только доступной и качественной, но и полезной. Ну, то есть, приносить пользу здоровью. Так, у меня появилась функция для здоровья волос. Аква-ионик. Да, и у меня тоже. А помнишь, красавчик, как нас создавали? Еще бы! Целыми сериями! 2008 год. Витек представил на рынке несколько серий в категориях «Уход за волосами» и «Кухонная техника». С конвейера, как с подиума сходили. Народ нас полюбил за нашу красоту. И за то, что мы о здоровье заботимся. Да, красота. Зато я стал победителем конкурса «Контрольная закупка». Всех Тефалей и Филипсов обошел. Ну а я так просто супер! А я народную марку заслужил. Меня сам народ назвал лучшим. У каждой третьей семьи в России есть прибор фирмы Витек. Если все владельцы техники Витек возьмутся за руки, получится хоровод, огибающий земной шар по экватору, два раза. Темпы роста продаж бренда превышают среднерыночные в три раза. О, смотрите, кто пришел. Явился, не запылился. Это он. Стильный, мощный. Я водяной, пропылесосил кто бы мной. С этим, как его? С новым аквафильтром. А я! Здоровенький булы. О, мои электроды. Я только что с конвейера.
тороплюсь поделиться с вами последними новостями и планами на наше будущее. Чем обязаны визиту ваша технологичность? Мне, как говорится, увеличили мощность и усовершенствовали, как говорится, не будем бояться этого выражения и этого слова, конструкцию аквафильтра. О, ну что ты в нем нашла? Да я же лучше! Посмотри на меня, ведь я почти пылесос, но только наоборот. Да, но у тебя нет такого аквафильтра. Ну что же там и все обо мне, да обо мне. Итак, к 10-летнему юбилею нашей компании дела идут непогано, то есть хорошо. Можно сказать даже наоборот, вверх. Да, хорошо. Уже сейчас при производстве нашей техники мы используем в натуре дуже добрые технологии. Акваионик и аквасерамик защищают наши волосы и сохраняют нашу влагу. О, это про меня, про меня. Ну ничего себе. А технология, которая в наших пылесосах называется Vortex, помогает работать нашим пылесосам без потери мощности всасывания. В упрямителях, а попозже еще в некоторых чайниках используются нагревательные элементы PTC. Вау. Это вообще космическая технология. А ты все фотошоп, фотошоп. Круто. Подсветка чайника серьезно усовершенствовалась. Теперь она может меняться в зависимости от температуры воды. Ух ты! А ты чё, разбулькался-то? У тебя, старче, такой функции нет. Чайники, наконец-то, научились сами выбирать температурный режим для того, чтобы правильно заваривать чай. Некоторые даже музыкантами стали и поют, когда закипают. Вот так. Про нас даже журнал Forbes пишет. Vitec – единственный бренд категории «бытовая техника», попавший уже во второй раз в рейтинг журнала Forbes. 50 самых продаваемых брендов в России. Тихо все! Тихо! Тихо все! Туши свет! А вот и ты, наш самый знаменитый друг. Давай-ка к нам. Дорогие друзья, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ведь у нас такой замечательный повод – десятилетие нашего любимого Vitec. Огромное спасибо вам за то, что все эти 10 лет вы были вместе с нами. Давайте наполним бокалы и выпьем за этот замечательный праздник с юбилеем. Отлично! Вау! Ну ничего себе! А ты все фотошоп, фотошоп! Да, хорошо! А ты че, разбулькался-то? Ну а я так просто супер! С этим, как его? А я, ведь я почти пылесос, но только наоборот. О, это про меня, про меня. Ну скажи, золотой ты мой. Вау, круто, супер. Як говорив Кравчук. Який Кравчук? Леонид Григорьевич. Это вообще космическая технология. Здравствуйте. 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 Такой нарядный. С юбилеем, с юбилеем. С юбилеем, с юбилеем, с юбилеем. Так лучше? Этот юбилей! Мы ему так рады! Так рады! Ну что, пора уже идти сниматься?